Я был благодарен за возможность беседовать с художником Дмитрием Гутовым в этом прекрасном атриуме. Надо привыкнуть чуть к эхо. Сейчас отладят. Да. Дмитрий настоял, чтобы мы разговаривали на «ты». Поэтому не удивляйтесь, мы с ним уже беседовали 3 часа назад о кое-чем, но не о всем. Мы оставили кое-что для этой беседы с вами. И те вопросы, которые я хотел бы задать, которые я обязательно задам по ходу беседы, касаются темы художник и публика, художник и произведение искусства, и то, как возможно и возможно ли и необходимо ли говорить об искусстве, и должен ли художник рассказывать о том, что он делает, и не является ли произведение искусства само собой уже разговором. То есть разговаривать о разговоре уже возможно лишним. Прекратим сразу, не начиная. Это вопрос был? А вопрос такой, вот через некоторое время, когда мы закончим говорить, прозвучит аудиоинсталляция, и как ты считаешь, нужно ли об этом сначала что-то сказать? Ну, смотри, я по образованию не то что не музыкант, вот первый раз в жизни я взялся за то, чтобы написать музыкальное произведение, которое продолжается 21 минуту 13 секунд. Но я и по образованию еще и толком не художник. Я историк искусства, поэтому я могу вполне абстрагироваться и говорить о себе как о каком-то совершенно постороннем, жившем там в другом веке. Но если в 90-е годы. В 90-е годы. Не знаю, там, 13 века. А. Нужно ли вообще художнику говорить об искусстве? Среди художников мнения расходятся. Есть часть людей, которые считают, что та часть мозга, которая отвечает за речь, должна быть у художника абсолютно парализована. Тогда у тебя вторая половина, где образы, получает страшную взгонку, и ты начинаешь по-настоящему что-то творить. То есть художник должен мычать. Есть такой вот и уж точно не должен владеть иностранными языками. Вот, а есть другая часть художников, которые как раз считают, что художник – это интеллектуал, который должен уметь объяснить, рассказать, а его произведение – это второстепенный продукт вот этих его интеллектуальных студий. Ну вот в истории искусства мы знаем разные примеры. От Рембрандта до нас не дошло ни одной фразы и ни одного текста. А Леонардо, когда писал свой куррикулум, да, чем он занимается, на последнем пункте отметил, по-моему, для Миланского герцога, еще немножко рисую. Поэтому можно, есть разные люди. Можно так, можно и так. Ну, возможно, это зависит от характера художника. Зависит исключительно от того, какую биохимию мозга тебе оставили твои родители. То есть как тебя родили, какая у тебя половина работает, такая работает. А нужно ли понимать искусство? Знаете, этот парадокс состоит в том, что по-настоящему изобразительное искусство, ну или музыка, она требует полного паралича всех процедур понимания. То есть когда вы находитесь перед объектом, у меня был разговор, у нас есть такая замечательная критик в России, Екатерина Деготь. Она говорит, насколько я люблю видео по сравнению с живописью. Вот видео, там обязательно надо думать о чем-то. А живопись, ну посмотрел, сразу все видишь. Хотя мне казалось наоборот, ты когда смотришь на работу, ты ни о чем думать не должен, ты должен погрузиться в нее как в абсолютную в абсолютное молчание. Но для того, чтобы это молчание было продуктивным, вот перед этим требуется
требуются огромные усилия. А для чего вся история искусства существует? Все эти тома, тысячи уже, сотни тысяч томов, чтобы заставить человека замолчать перед произведением. Что ты можешь рассказать об этом? Об этом произведении, которое прозвучит через некоторое время? Ну, смысл его вполне исчерпывается названием, которое Борис с таким трудом только что произнес. Я попробую по памяти. Фуга, приступ двигательного возбуждения с помрачением сознания и нарушением памяти. И это, собственно, смысл этой работы, потому что я, как бы, то, что меня занимает все последние годы, а последнее время уже просто совершенно особенно, это как люди могут настолько лишиться разума и при этом приобрести такую двигательную активность, такое вот как бы социальное возбуждение. Вот, собственно, знаете, нас в школе заставляли изучать такой трактат, вот те, кто постарше его, наверное, хорошо помнят, «Лев Толстой как зеркало русской революции». Известное сочинение Ленина, всего несколько страниц. И в отличие от всех моих сверстников, да и преподавателей, я, когда это прочитал, посчитал, что это гениальный эстетический текст. И с тех пор я его регулярно перечитывал и даже в Москве вел семинар в одном учебном заведении только по анализу этого текста. В чем гениальность ленинской формулировки? Вообще вопрос, а что делает произведение искусства значительным? И Ленин дает совершенно четкий ответ. Та эпоха, которая в нем отразилась. Лев Толстой велик, потому что он стал зеркалом величайших событий мировой истории, переделки мира. Все, что он создавал, это было накануне великих революций и того 20 века, который мы застали. Возникает вопрос, а зеркалом чего является современный художник? И уж точно он не является зеркалом подобных грандиозных событий. Он является зеркалом какого-то чудовищного безумия и распада. Это вот общее ощущение, с которым проходит вся моя жизнь. И то, что... Вот если кто-то... Сразу хочу предупредить, что эти 21 минута 13 секунд посвящены этому. Поэтому, кто не готов к подобному восприятию, я рекомендую после того, как мы побеседуем, покинуть зал и не мучиться. Но это же другая крайность, когда о произведении искусства рассказывается так подробно и концептуально, что смотреть или слушать уже не обязательно. Вы знаете, почему обязательно? Потому что то, что ты рассказываешь, это всегда неубедительно. Это просто твое мнение. А произведение искусства, оно всегда показывает, это правда была или нет. То есть там художник ничего не может скрыть. Он как художник выступает совершенно обнаженным. Если у тебя получилось, люди видят, что получилось. А если не получилось, значит, все, что ты сочинил, это неправда. Это проверка, это просто проверка твоих слов. Каким образом художник может или обязан быть зеркалом своего времени? Он лучше видит или чувствует как-то иначе? Вы, наверное, в курсе, да, какие события сейчас происходят в России? Все, наверное, слышали, да? Я думаю, об этом тоже немножко поговорим. В этих условиях возникает вопрос, что вообще художнику делать. И вот так как ты никак не можешь в ход этих событий вмешаться, они уже приобрели совершенно катастрофический характер и определенный характер, и ты не можешь повлиять на ход событий, художник уходит, вот в моем, например, лице, в прямо противоположную сторону. И как раз последнее время, чем я занимался, там почти год, и последние месяцы, я читаю разные средневековые трактаты, и последним моим серьезным увлечением был Майстер Экхарт. Вы помните, это у нас начало XIV века, такая
вершина немецкой мистики, и он, собственно, задавался тем же вопросом, что Ленин. Вот очень интересно прочитать проповеди Экхарта, параллельно перечитывая «Лев Толстой как зеркало русской революции». Экхарт пришел к той же самой теории отражения, что и Ленин, или наоборот, Ленин пришел к той же самой теории. Что Экхарт говорит? Если ты хочешь... Он не говорит создать произведение искусства, его эти мелочи не волновали, но если ты хочешь наполниться чем-то абсолютным, ты должен отказаться от себя полностью. Ты должен превратиться в ничто. И вот эти термины «ничто», «пустота», «молчание» являются для него самыми определяющими. И вот то же самое примерно можно спроецировать на зеркало, на художника как зеркало. Чтобы по-настоящему стать этим эхом, ты должен от себя отказаться полностью, от своих идей, предубеждений, вкусов, симпатии, опустошить себя, и тогда ты будешь наполнен вот этим большим историческим содержанием. Но ведь художник и может повлиять на ход событий, на сознание людей. Я не безумец. Я очень рациональный человек. Как я себе вижу ход событий, на который я, как ты говоришь, мог бы повлиять? Айсберг плывет, его несет Гольфстрим. Айсберг — это сотни тысяч тонн замороженной воды. А несут его уже миллиарды тонн воды. Течения, которые в течение миллионов лет вырабатывали в океане свое русло. На этом айсберге бегают такие маленькие черненькие точечки и пытаются на движение этого айсберга как-то повлиять. Вот, собственно, как я вижу свою роль во всем этом. Но понять, куда айсберг несется, что его ждет. Вы знаете, вот сейчас среди популярных образов в России это образ Титаника. Титаника, знаете, Титаник, известный был пароход. На пароходе музыка играет. Люди счастливые, люди в восторге. Я сегодня прочитал, что рейтинг счастья российских жителей по последнему опросу самый высокий за последние 25 лет сегодня. То есть это просто уже абсолютно... Сегодня, вот последнее, только что, полчаса назад. Что? Не, это серьезные, это очень серьезные социологические кампании. То есть он объектив, за 25 лет никогда люди не были так счастливы. Но те, кто сидят на верхней мачте с подзорной трубой, они вопят во все горло. Впереди скалы, тормози. Тормози, давай, кончай это. Но люди не слышат, несутся. Расчеты, когда произойдет столкновение, колеблются. У оптимистов от нескольких месяцев, у пессимистов до многих лет. Вот как-то. Это вот, ну, рассказываю то, что стоит за моей фугой. Mm-hmm. За этим, кстати, тоже. Вот эти. Вот почему гондола распадается? Вы знаете, у меня моя ситуация сейчас очень напоминает мою юность, вот такие 70-е годы, когда казалось, что то, что мы застали, вот этот брежневский застой, что это будет навсегда, но казалось так не всем. Вот мой младший брат, ему там было лет, не знаю, 11, он очень не хотел вставать утром в школу. И каждый раз, когда мать его будила, он спрашивает: «Мать, страна еще не развалилась?» Вот такое было ощущение. Но в один прекрасный день, раз просыпаемся, уже все по-другому. Вот примерно сейчас я чувствую себя точно так же, как в эти самые 70-е годы. Но только уже оптимизма меньше. То есть будет еще хуже? Ну, как-то ощущение такое, есть такое ощущение, да. Во всяком случае, скучно не будет. Ну да. Я повторю еще раз эту цитату, которую я рассказывал. Виктор Ерофеев, русский писатель, лет 5 или 6 назад в интервью на вопрос, почему он живет в России, продолжает жить в России,
ответил, что он не понимает тех людей, которые могут жить в России, но он не понимает тех писателей, которые уезжают из России. Необходимо ли вам, тебе, как художнику, продолжать жить в России? Ну, смотрите, то искусство, которым я занимаюсь, не имеет, по большому счету, национальности, да, пролетариат не имеет своей национальности, так, и его не, этой национальности не имеет современный художник. Есть некая сетевая культура, то есть у меня есть несколько очень близких друзей в Москве, с которыми мы дискутируем, читаем одни и те же книги, у меня есть такие друзья в Париже, Лондоне, Сиднее, Токио. И я чувствую свое родство вот с этими людьми. Это мой мир, моя национальность. Мы настроены на одну волну. Вот где есть эти люди, там мне хорошо. Поэтому то, что говорит Ерофеев, у меня вызывает большие сомнения. Это сугубо его личные проблемы. Но писателю труднее. Язык. Художнику хорошо, ему не нужен язык. Что? Угу. Да, вот и, когда язык не нужен, ты живешь в мире образов. Вот. А с языком, конечно, это огромный прав. То есть, если ты не являешься native speaker, то ты никогда не впишешься по-настоящему в другую культуру. Ты всегда какие-то нюансы от тебя будут ускользать. Это очень сложно. Что ты думаешь о такой концепции или понятии, которые прозвучало в последнее время в очень странном и даже опасном контексте понятие «русский мир». Русский мир? Да, то есть мир русскоязычных людей по всему миру. Угу. Ну для этого надо представлять, какие события сейчас вообще, тенденции происходят в русской культуре. Могу, если там кто-то не знает, могу коротко описать. Вот недавно, совсем на днях, Российское министерство культуры, которое возглавляет уже абсолютный безумец, то есть просто человек, находящийся в полном астрале и невменяемости, в крайней, совершенно крайней форме, единственная его положительная черта, что он меня любит. Вот. И как на одной встрече с православными активистами он показывал мою работу, на которой была железная икона, которая, кстати, сейчас куплена вот здесь, в Риге, и говорил, что вот, посмотрите, современное искусство, оно не такое ужасное, как вы думаете, вот есть люди, они вот такие вещи делают. Во всем остальном он безумец чистой воды. И вот Министерство культуры издало какой-то циркуляр об этой самой русской культуре. Его даже нельзя назвать просто тупо националистическим. Это... Из нафталина вынимаются мыслители конца XIX века, крайне такие русские поздние славянофилы, типа Данилевского, основная идея которых, если все упростить, вот текст «Россия и Европа», сводится к тому, к чистой мифологии. Существует два мира – западный и русский. Они находятся в непримиримой борьбе, типа как есть две особи в природе, какая особь какую съест. Вот, и мы должны защищать вот этот наш русский мир. Но если вы зададите авторам трактата вопрос, в чем его специфика, этого русского мира, то окажется, говоря вот богословским языком, что все определения носят апофатический характер. То есть вы не можете... найти там что-то положительное, а там будет сказано, Россия – это не Запад. То есть все будет через «не» определяться. Что значит Россия – не Запад? Пушкин. Запад – не Запад, там русское барокко, христианство откуда к нам пришло. То есть Россия – не Запад – это одно. И два самых ненавистных понятия – это в трактате Министерства культуры – это мультикультурализм, то, что должно быть отвергнуто, и толерантность. Это распространяется на полном серьезе, как официальный текст современной российской власти. Мы ненавидим мультикультурализм и толерантность. Вот, собственно, описание вот этого нового
фантасмагорического русского мира, это поддерживается совершенно фантастической пропагандой. Я, кстати, хотел вас спросить об этом. Как выглядит в глазах современного такого обычного россиянина Запад? Выглядит это так. Сексуальные меньшинства узаконены, а теперь они хотят узаконить педофилию и инцест. Это правда? Я просто не знаю, как кто-то опасается, что... Вот. Дальше, будет запрещен Шекспир? Он не запрещен еще? Нет? Шекспир будет запрещен, потому что у него Ромео любит Джульетту, а Джульетта Ромео. Что не политкорректно, потому что Джульетта должна любить парня. Джульетта должна любить девчонку, Ромео должен любить парня. И будет запрещен, это тоже меня убило совершенно, будет запрещен Андерсон, потому что у него действуют короли и королевы. А должны короли и королевы действуют, а должны действовать супруг один и супруг два, без указания пола. То есть общее представление, что есть мир, где ходят люди с пёсьими головами, как говорил Островский в XIX веке. Вот как это говорят люди с высшим образованием, даже с гуманитарным образованием. Вот так, собственно, строится современная российская пропаганда. Поэтому некие основания для опасений есть. Я хотел спросить, откуда эта скорость и темп, с каким вот такие инициативы рождаются сейчас, в данное время, в России? Ведь невозможно это сверху спланировать и насадить. Абсолютно. Это рождается само собой, люди верят очень быстро и страстно. Угу. И пропаганде, и разным таким рецидивам, угу, тоталитарного режима. Но скорость, с каким это проявляется, она ужасна. Это дремало до этого или это как-то развивается сейчас? Ну, скорость абсолютно нормальная. За месяц? Нет. Вот смотрите, за месяц это для тех, кто был не в курсе и не наблюдал процесс, так как я его наблюдал в сознательном только возрасте последние 40 лет, то я могу сказать, что это медленный процесс. Дело в том, что вот то, что сейчас распространяется как новая идеологема российской власти, православие, самодержавие, народность, ненависть к Западу, ксенофобия, национализм и прежде всего жуткий религиозный фанатизм, такие настоящие религиозные психозы. Я помню, как это возникало на моих глазах. Когда я был еще школьником и студентом, появлялись первые кружки. Это были мои ровесники. Ребята там 17-16 лет, которые эту литературу, тогда запрещенную, они ксерокопировали. Вот возникали такие кружки по изучению вот этой подпольной религиозной и славянофильской литературы. И я не хочу говорить, что я Нострадамус, но мне тогда было абсолютно ясно, что за этими ребятами будущее. Советская идеология уже сдохла, там было только, надо было только дождаться, чтобы это физически упало, а эти ребята были полны внутренней энергии. И вот сейчас они дошли до состояния, что им там около 50, там какие-то мои ровесники. И вот, я не знаю, кто-нибудь знает, кто такой Тихон Шевкунов? Никто не слышал такое имя? Вот, кто-то слышал, да? Ну, типа, такой при Путине поп, который является его, насколько я понимаю, идеологом. То есть периодически я где-то его вижу сзади. Несколько лет назад, и вот, собственно, все, что он говорит, этот поп, я слышал в мою юность от моих ровесников. Ну, просто тогда он был мальчишкой, а теперь новый Распутин. И вот он несколько лет назад снял фильм. Если вы хотите понять, что происходит в стране, всем рекомендую, под названием «Византийский урок», где главная проблема была, почему рухнула Византийская империя. А это то, что в России всех очень интересует, потому что, вы знаете, Москва – Третий Рим, два Рима исчезло,
в исторических катастрофах, две империи. Одна исчезла так, что следов нельзя найти. И там уже давно мечети стоят, там, где были Айя София и прочие великие памятники. И вот Тихон Шевкунов дает свой ответ в этом кино, что Византию погубил Запад, прежде всего венецианцы, и нацменьшинства, которые играли слишком большую роль в стране. Историки Византии были в ужасе от этого псевдо, ну, 100% псевдоисторического фильма, построенного на подлогах, лжи и просто некомпетентности. Но вот этот фильм, он там шел в прайм-тайм, как такая новая установка идеологическая, так как люди, вот эта угроза исчезновения страны, как Византии, висит, как Дамоклов меч, то подобные психозы захватывают все больше слои населения. Поэтому речь идет не про месяц, речь идет про процесс, с которым, я говорю, вот, ну, просто, ну, 35 лет на моих только глазах. Плюс в начале 2000-х у меня есть такой приятель Анатолий Осмоловский. Мы с ним вели очень интенсивную переписку на эти сюжеты. Что нас ждет в 2003 году? Уже тогда было понятно, как развиваются события. Были первые процессы против художников, были процессы, когда православные активисты приходили на выставки, их уничтожали, и никто не мог этих активистов привлечь к уголовной ответственности, а привлекали организаторов выставки. И вот мы обменялись с ними, с Осмоловским, двумя письмами важными. И вот письмо Осмоловского ко мне в 2003 году, 10 лет назад, заканчивалось фразой «Добро пожаловать в ад». Вот как он. Я ему, правда, написал: «Толик, ты не волнуйся, потому что будет контрпроцесс. Сейчас они доведут все до полного маразма, и возникнут другие кружки, возникнет противодвижение. Но только надо еще 30 лет подождать. Проблема только в этом». Вы, как известно, интересуетесь не только искусством, но и историей, и естествознанием тоже. Правда и искусство имеют что-то общее? Вернее, истина. Истина и искусство для вас соприкасаются? Ну, кто в курсе основных теорий 20 века, слово «истина» было запрещено. Слово «истина» связано с тоталитаризмом, если кто-то говорит про истину, сразу ищи дубину, где-то рядом припрятанную, с помощью которой он будет свое представление об истине вбивать в головы всех остальных. Но я как раз вот принадлежу к другому направлению, где это слово высоко котируется, и искусство как истина мне это очень близко. Тут один такой вопрос. Бытует мнение, что русское искусство коренится в слове, а русские художники озабочены о народе. Чем? О народе. Озабочены о народе? Да. Продолжается ли это и почему? Ну, логоцентризм русской культуры, на мой взгляд, сильно преувеличен. Мы знаем множество прекрасных примеров, где слово как раз начисто умолкает. Один черный квадрат чего стоит. Такой выход к чистому ничто, хотя Малевич сопровождал это все своими трактатами, но слово как таковое там отсутствует. В то время как в западной культуре, в концептуальной, со времен Джозефа Косута, слово главенствует. Поэтому мне кажется, это шаблон. Вот что у тебя написано? Слова. Everything popular is wrong. Вот это популярное представление, оно глубоко неверно. А вообще существуют такие русские художники? Русские художники? Ну, в отличие от других. Ну, вот что, ну, можно найти, конечно, какое-то отличие. Вот те русские художники, которых я люблю, они просто живут немножко в другой скорости. Их работы очень медленно создаются и требуют созерцания,
тишины, в отличие от большинства передовых художников западных, где только безумец может медитировать на Джеффа Кунса, да? Там надо сразу вот так вот, или на Хёрст, и на все, на Ниша Капура, на все звездные имена, на Мураками. Русские художники практически не работают с поп-образностью, вот с этой популярной мифологией. В этом смысле отличие есть. Ну вот Кабаков наш, это, конечно, яркий пример такого вот сверхзамедленного художника. Почему ему и не сопутствует такой грандиозный успех? Требуются слишком большие инвестиции вашего времени в восприятие работы, а времени сейчас, мы знаем, ни у кого нет. Сколько у нас еще? Мы начали 30 минут назад. Может быть, люди вопросы? Может, еще какие-нибудь вопросы? Да. Раз уж разговор пошел в таком истории собственного русле, если позволят спросить прогноз или, не знаю, предчувствие. Вот уже почти 100 лет как рухнула одна большая империя, система, и этот процесс сопровождался поразительным всплеском творческой активности во всех сферах. Можно ли чего-то похожего ожидать, если все вот пойдет по тому сценарию, который планируется? Ну, дело в том, что рухнуло-рухнуло, рухнуло от рухнуло очень сильно отличается. Да? Одно дело, когда страна в течение, по меньшей мере, 100 лет аналитически вырабатывала новое представление о мире, и мы знаем всю эту великолепную традицию Герцена, Чернышевского, Белинского, Пушкина, там, лучших интеллектуалов, которые видели этот мир. И другое дело, когда рухнуло или рухнет то, что просто прогнило, то, что насквозь ложно, то, что построено на чистой мифологии и не способно выработать никакого представления о лучшем будущем. Поэтому единственное утешение во всем этом, что не только вот такие творческие, продуктивные эпохи вырабатывают искусство, но и эпохи страшного упадка. Если вы посмотрите на позднее византийское искусство накануне исчезновения империи, этот палеологовский ренессанс, там потрясающие образцы. Вот страна вот-вот исчезнет, а иконопись создается совершенно неземного качества. Возможно, самые разные варианты. Друзья, есть какие-то? Еще. Тут еще один Давай. Вопрос. Кто это? По дороге? По дороге, наверное. Да, да, есть такой. По дороге пишет, что началась антиактуальность в искусстве. Почему? Просто, чтобы было ясно, Валерий Подорога – это наш величайший российский современный философ. Некоторые считают, что лучший философ со времен Владимира Соловьева. И мне очень сложно его, конечно, комментировать. Но если мы говорим про антиактуальность, то я чувствую нечто подобное. Что такое? Слово «актуально» было очень популярно в начале 90-х. Что это значит? События так стремительно меняются, и даже непредсказуемо, что ты должен все время успевать за их ходом. И вот я однажды делал выставку, на нее пришел тот самый упомянутый мной Смоловский, и говорит: ты что людям показываешь искусство полугодовой давности? Господи, ну у меня полгода на монтаж ушло. Как-то вот сейчас никто так не скажет. Действительно, актуальность, вот это желание схватить момент, уходит, и люди живут в очень большом времени. То есть схватить вот это происходящее оказывается совершенно не важно, а важно почувствовать вот это большое дыхание. Знаете, я вспоминал, как Микеланджело, когда он делал Сикстинскую капеллу, когда он делал
Капеллу Медичи, то его упрекали в том, что Джулиано Медичи, у него совершенно не похож сам на себя. А флорентийцы, естественно, Джулиано очень хорошо помнили, на что Микеланджело сказал: «Кого это будет волновать через 400 лет?» Вот в этом смысле сейчас мы живем в этой ситуации. То есть гораздо важнее сделать то, что кого-то будет волновать через 400 лет, чем ухватить эту уже никому не интересную актуальность. Вот мне настолько неинтересно, по большому счету, что сейчас происходит, что я живу в загородном доме без телевизора, газет, радио, интернета, я ничего толком не знаю. Это не важно. Ну, как бы ход событий в целом ты понимаешь. И интересоваться этой актуальностью, ну, понятно, что там творится. Приступ двигательной активности с помутнением сознания, нарушением памяти. Ну и что ты из этого выжмешь? А вот почитать Майстера Экхарта, вот, это не самый актуальный писатель. А как ты думаешь, нам, европейским художникам, необходимо сейчас ехать в Россию? Потому что мнения есть разные. Некоторые считают, что надо бойкотировать, некоторые считают, что как раз надо пытаться разговаривать с Россией. Смотрите, никакой России, с которой надо разговаривать, нет. Есть очень разные тенденции, которые находятся вот в таком вот противостоянии. Поэтому не с Россией разговаривать, а разговаривать с конкретными людьми или конкретными институциями, в зависимости от того, что собой эта институция представляет. Внутри России существует огромное внутреннее противоречие. Суть его сводится к следующему. С одной стороны, министр культуры, который проповедует православие и самодержавие. С другой стороны, как грибы после дождя растут центры современного искусства. В Москве запланировано строительство нескольких крупных музеев современного искусства. Один совершенно грандиозный, Путин подписал, там гигантское здание, какие-то миллиардные вложения. Абрамович собирается строить свой музей, и еще несколько моих знакомых собираются строить свои музеи. Чем вы будете наполнять? Тем, что называется у художников «Russian Crushing Derivation»? Матрешками, балалайками, чем? Нету людей, которые бы все актуальное, так называемое, ну, contemporary art, понятно, в каком направлении движется и как ему все эти православно-монархические настроения. Поэтому ситуация абсолютно неоднозначная. Идет война разных тенденций, но главное, что она идет не просто на уровне людей, а на уровне одного человека. Вот этот министр, который подписывает указ о создании центров современного искусства. Что у него в голове? Чем он думает их наполнять? Понятия не имею. Кого делать экспертами? Понятно, как эксперты, которые большую часть времени проводят на Западе, ко всем его идеям в духе позднего славянофильства относятся. Поэтому это каждый раз должен быть очень конкретный вопрос. С кем вы имеете дело, на каких условиях, есть ли у вас возможность показать вашу точку зрения. Вот сейчас в Питере должна быть знаменитая такая выставка «Манифеста», один из главных мировых ивентов в области современного искусства. Вот часть художников ее, естественно, игнорируют, включая российских художников, которые считают, что вообще уже с российскими институциями нельзя иметь дело, объявляют этой манифесте бойкот. Но я разговаривал с, как, господи, как у нас главный куратор этой Каспар Кёнинг, главный куратор манифеста, он хочет как бы вот сделать современное искусство, не задев ни одну острую проблему. В России это невозможно. Просто потому что, ну просто чтобы вы представляли, не то что современное искусство, уже есть инициативные группы граждан, которые требуют выкинуть работы из Третьяковской галереи. Работы 19 века, я не знаю, в курсе вы или нет. Например, выкинуть Репина.
Потому что Репин в картине «Иван Грозный убивает своего сына» исказил русскую историю. Иван Грозный был прекрасный человек, никого не убивал. Картина является клеветой на русскую историю. Ее надо убрать. Директор Третьяковки на полном серьезе этим людям объясняет, что там Репин не такой плохой художник. Надо также убрать картину «Сельский крестный ход в Курской губернии», потому что это клевета на светлое и чистое православие. Вот. А уж современное искусство, вы любой объект можете подвести под статью. И вот Кёнинг, он сейчас, мы посмотрим, чем это кончится. Естественно, если где-то намек на отношение сексуальных меньшинств, он будет привлечен. Это уже статья. Это статья, да. А все есть намек на самом деле. Но есть люди, которые, например, считают, это я все рассказываю из первых рук, не из СМИ, а из людей, с которыми соприкасаюсь. Люди, которые считают, что надо выкинуть работы из Эрмитажа, потому что там висят бесстыжие Венеры. Министерство культуры на полном серьезе, это не юмор, разрабатывало проект, чтобы ввести в определенные залы в классических музеях ограничения для школьников. Ну, типа, у Давида там, понимаете, причинные места видны. На полном серьезе. Но это же было. Это было, естественно. Назад, да, это было, я могу сказать, в эпоху контрреформации, да, в конце 40-х годов, когда, кто у нас там был, Павел, не помню какой, папа, замалевали. Вы знаете, вот это поразительно для человека, который изучал историю искусства, это наслаждение жить в это время, я имею в виду сейчас. То есть я это все знаю по книжкам. Действительно, как Савонарола в конце эпохи Кватроченто требовал расправиться со светским искусством. И я выхожу на улицу, и я встречаю этого Савонаролу современного, который ходит, требует. Просто ты только в книжках об этом слышал. А тут, оказывается, ты в этом живешь. Это... Да. Да, но здесь, я, кстати, да, есть художники, которые уже отреклись. Вот, обратились в православие, отреклись от современного искусства. А есть такие правильные художники сейчас? Есть, да. Вот, ну, кому интересно, есть такой, у нас была такая знаменитая группа «Чемпионы мира». И там был такой художник Андрей Яхнин, который тут выпустил книжку, православную книжку против современного искусства. С анафемой ему. Так что... Это безумно интересные процессы. Но единственная поправка, вы знаете, вот в 30-е годы был такой замечательный советский поэт Николай Глазков. Однажды он играл в бильярд, и проигрыш был, что он должен залезть под бильярдный стол и написать четверостишие. И он написал свой знаменитый стих, который звучит так. «На мир взираю из-под столика, 20-й век необычайный. Чем столетие интереснее для историка, тем для современника печальней». Но так как я историк, то я абстрагируюсь и смотрю на свою жизнь как бы со стороны просто. Ну и еще последний вопрос. Говоря о том, как произведение искусства будет смотреться через 400 лет, ну, я допускаю, что гондола будет еще висеть, если никто не скинет. А что будет с инсталляцией «Фуга» об этом? Вы думаете, что звуки эфемерны? Звуки живут прекрасно 400 лет тоже. В частности, для этой «Фуги» я использовал произведения, я не буду называть авторов, но некоторые произведения 400-летней давности я использовал. «Фуга», поэтому звук не так эфемерен, как вам представляется. Может быть, как раз звуки останутся. Вот эта «Фуга», она состоит из пяти частей, пяти разных частей. Для нее использованы пять довольно разных композиторов. Называть не буду, чтобы те, кто знают музыку, могли попробовать по осколкам догадаться, о чем там речь идет. У нас вопросы еще какие-то есть? Нет, заканчиваем. Да, тогда. Огромное спасибо.